Всем привет, меня зовут Андрей, я обращаюсь к вам из будущего. На дворе уже сентябрь, а видео будете смотреть еще с начала лета. Я просто очень долго монтирую. Небольшая новость, я наконец-таки переехал. Видите, нет этого красного фона за мной. Теперь я живу полностью один, только я, мои камеры и психическое расстройство. Так что я надеюсь, будут видео выходить чаще. И появятся какие-то разнообразности на канале, а не только влоги и тому подобное. Перед просмотром этого ролика я бы хотел обратиться к людям, которые ждут видео BMX на моем канале. Оно, конечно же, выйдет, я знаю, что Дима Гордей вам обещал. Терпения, господа, и вы вскоре его увидите. Погоди, если тебе понравится это видео, не забудь поставить ему палец вверх и подпишись обязательно на мой канал, если ты этого до сих пор не сделал, сумасшедший. Да, уж надо, чтобы рука тряслась. Да вот, вот так видно. А Рамиль что-то ничего не делает просто. Ты сделал выражение лица какое-нибудь. Ну подожди еще пока. Стас уже понял. Реалистично, ладно, давай, я тебе минут 15 подрачу, блядь. Приезжай, я тебя выебу сейчас. Ходить тебе сможем. Здорово, сука. Чё, блядь, я краску пришел. Здорово, сука. Я ему краску трясу. Я ему краску. Краска в яйцах. Бля, ну хуй знает, она не размешивается, это пиливаем. Вы сегодня 15 июля. Сегодня 15 июля, у нас второй день тату-конвенции. Вчера я не снимал, потому что был очень уставшим. Но мне помогало вот это. Надеюсь, Роман не будет смотреть это видео. Здорово, сука. Ой, ну это... Что здесь Роман не будет смотреть это? Здорово, сука! Не должен Роман сейчас Извинись зайти. Извинись перед Романом. Роман должен был зайти и сказать, здорово, сука. Да я же не ему говорил, блядь. Чё ну. Вырежи это. Как в училище, короче, стоит со столовки, вышел. У меня Кент прошел, подальше прошел. А здесь, ну, дорог машины ездит. И, короче, раз чувак поворачивается такой, Рамиль. Я такой, чё? И выезжает в этот момент машина. Зам директора по спрятанной работе, короче. Этот мне такой, просто факт показывает. Ну тот, чувак, друг мой, короче. Тут машина подъезжает, этот мне, короче, здорово кидает, а я не ему, я, короче, другу Артуру тоже факт. А этот мне, короче, петь, а этот факт. Я смотрю, я говорю, Володя, это я не тебе говорю. Он такой, ладно, и уехал, короче. Ну, блин. Хорошо, тебя плетка не побила. Володя, это я не тебе. Здорово. Сейчас собираем, короче, все краски, бля, едем туда. Вот это, а? Продать? Да, вот это вот продать. А, да, это когда, бля, на срок годности у него какой? Есть еще. А, еще до 18 года. Привет, давай с тобой поболтаем для влога. Давай, хорошо. Расскажи о тату-конвенции, ты здесь первый день? Нет, я второй день, я мастер, но сегодня я не работаю. Я тебя вчера в таком обличии не видел просто, я тебя запомнил. Я вчера была в рабочей одежде. А, сегодня ты просто отдыхаешь? Да, сегодня я просто отдыхаю. А ты с какого города? Ну вообще я нижегородка, но сама из Владимира. Сегодня вот мои родители приобщают. О, даже так? Да. Привет. А вам слабо, блядь? Ногам не до топать. Драй ногами до этого. Поздравляю вас с татуировкой. Спасибо. У меня спина классная. Да? Пойдем посмотрим на твою классную спину. Ого! Второй день открыт, нужно об этом сказать всем. Фу. Какой-то не GoPro-шник. Да. Ты какой-то не GoPro-шник. Я сейчас вступлю. У тебя тоже есть? Да. У меня Xiaomi тоже. О, ты смотришь, что ты снимаешь еще, что ли? О, а это я. Вот, сейчас давай. Как это сделать? Вот так. Вот так. Ты же тоже решил забиться? Ну да, первую татуировку хочу сделать. А-а-а. На пятом Казанском. Как тебе лишиться девственности кожи? Я пока еще не знаю. Так, пока водит, как по пизде ладошкой. Приятно. Посмотрим. Хочу с тобой пообщаться для видео, можно? Ну да, давай, конечно, чел. Ты первый раз на такой конвенции в Казани? Именно в Казани, да вообще на всех конвенциях первый раз, да. Да ладно. Ты забивался и не ходил на конвенции, почему так? Не знаю. Я забивался для себя. А ты вообще из какого города? Из Перми. Перми. Далеко отъехать до сюда было? Ну, мы, короче, выезжали, было 666 километров. О, это
это долго. Как тебе вообще, как здесь атмосфера? Да нормально. Тут я себя чувствую, блин, ну не знаю, в своей тарелке определенно. Здесь как бы, знаешь, никто на тебя пальцем не показывает, да? Да, вот именно, что я от этого как будто... Скажи, пожалуйста, как, когда-нибудь тебя бабушка крестила какая-нибудь? Да, да. Под святой водой поливали тебя? Нет еще? Меня в церковь сила какая-то не пускает. А, да? Серьезно? Ты бьешься, как застрял в текстурах, да? Кроликом пришли в Припять. И идем на сталк. Да, да, да. Мы сейчас туда. Там уже кончается все. Там дальше нет. Я должен туда спуститься, чтобы видео было полным. Если я вернусь, то отдам интервью. Все, он ушел. Сейчас прошло трое суток. И вот он, возвращение легенды. Там дверь закрыта. А, вот сейчас я нахожусь на тату-конвенции в Казани и решил прибухнуть. Бармен Кролик. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас есть? Ну, сегодня есть лист алоэ. Ага. Его жевать нужно будет? Зато у меня есть касса. Касса есть, да? Ложить туда нечего, правда. Сейчас я посмотрю. Может, ты там сейчас найдешь СССРский день? Мы сегодня ничего не заработали. А еще я диджей. А, да? Да. Какой-то диджей? Хороший? Такой совковый. Совковый. Деревенский диджейнг на что-то. Короче, на Казанском фесте начался пожар, и все срочно стали убегать, потому что вот все мастера уже освободили свои места. Все происходит вот так. Смотри, сейчас покажу. Привет. Привет. Как процесс? Отвратительно. Сегодня снова все выиграешь? Да я и вчера не все выиграл. А, понятно. За сегодня, за вчера отчитаешься, да? Наверное. Еще рядом с ним тусуется Нигу. Я такого не знаю. Я думаю, он ничего нам не скажет. У него лицо потихоньку превращается в МСТО. А ты сам-то что не работаешь? Как тебе вчерашний победа? Я не нашел модель. Да ладно, сармай модель не нашел? Сниму это на видео. Даже бесплатно, никто не хочет делать. Офигеть. Как тебе вчерашняя твоя победа? Что скажешь? Не знаю. Ну ты доволен? Нет. Нет? Понятненько. Вообще. Хотел 0, минус 1 место, да, видимо, не первое, а минус 1, чтобы был. Да. Слишком много грамот. А, вешать некуда, да, наверное? Не-не-не, мне, ну, двух много было, конечно, в этой номинации, одной достаточно. Понятно. Ты, у тебя первый и второй же, да, по-моему? Нет, второй и третий. А, второй и третий, ну вот. Третьего бы вот так хватило. А, да? Ну что ж. Мне бы хотя бы четвертое. Я все впереди еще. Ну, дай бог. Привет. Как тебе работается? Прекрасно. Рассчитываешь на победу? Не знаю. Привет, колясик. Привет, нигер. Ты негр делает негра. Негр альбинос. Сколько негров в своей жизни ты... вальнул. Не знаю, штук, наверное, 7. 7? 7 негров убил. Пиздец опасный, блин. Ладно, давай. Да. Че, как тебе Стингрей новый? Нормальный. Всем привет, это третий день тату-конвенции. Это Азиз, вы еще с ним не знакомы? Это Артем, вы его видели по-любому где-нибудь. Это вот Ксения, его жена. Вот наша дружная компания на тату-конвенции. Это Евгений, это Артем, вы помните его 30 секунд назад. Это Руслан. Он больше не выпускает свой влог, потому что не знает почему. Расскажите нам, почему вы больше не выпускаете видос? Потому что мне надоело снимать на телефон, я хочу нормальную камеру. Вот поэтому. Если вы хотите помочь Руслану снимать видеоблог, донатьте вот на этот счет. Да, да, да. Ссылка в описании. Да, да, да. Помогите Руслану накопить на камеру. Вот Рамиль, он не видеоблогер.
А прикинь, он не будет снимать, как ведет самолет. Я ему предлагал, я ему кучу идей предлагал по видеоблогингу, он не занимается. Что бы ты там себе не пел, мне плевать, я сажусь за руль Cheyenne Pen. И чтобы ты потерял до речи, я буду бить тебя бесконечно, но не набью тебе бесконечность. Ты не забор, бро, запомни ты, я забиваю как проклятый, но нет ни иероглифы, нет ни иероглифы. Твоя тёлка тут будет течь, будет со мной самые лучшие иглы. Тату, эйч, игл входят в тебя как буллет. Ты никогда этого не забудешь. Твоя тёлка со мной, мы не смотрим кино. Тёмная комната на моей шее, клипкорд на полкило, и он весь сука и золото. Краска, иглы и боль. Проходи мой кабинет, моя спальня. Я покажу тебе магнум свой, он больше, чем у твоего парня. Ты не бойся, малыш. Краски на теле, девка потеет. Твои волосы гладкие, глаза так сверкают. То, что мне нужно, это в тебе. То, что мне нужно, краска в тебе. Ты моя точка и бесконечность. Я знаю точно, тату навечно. Я пью Бакарди, это нокдаун, тебя это свалит. Палево. Она против, твоя мама не знает. Краски на теле. Иголки под кожей, да сколько же можно? Я не терплю, ору что из мочи. Меня ты захочешь днем или ночью. Я в тебя влетаю, медленно взявшись за волосы. Мы не понимаем, что близко так космос. Мой космос, мой космос.